Медработники, заразившиеся COVID-19, при выполнении своих трудовых обязанностей получат страховые выплаты. Они будут произведены фондом социального страхования за счет средств федерального бюджета. Перечень этих медицинских работников определен непосредственно в указе президента. Это следующие категории. Это врачи, это средний и младший медицинский персонал медицинских организаций и водители автомобилей скорой медицинской помощи. При условиях, если они обслуживают коронавирусных больных. Так, например, если у медработника были осложнения, вызванные COVID-19, которые привели к инвалидности третьей группы, ему заплатят примерно 688 тысяч рублей. В случае смерти врача страховая выплата составит больше 2 700 000 рублей. Сумма выплаты различные, они зависят от целого ряда обстоятельств. Когда возникают заболевания, соответствующие, вытекающие из приложения, которые регулируются постановлением правительства Российской Федерации, и, соответственно, связанные с выполнением непосредственных профессиональных функций, в этом случае она соответствует 68 тысячам рублей. В Рязани работают телефоны горячих линий регионального отделения по дополнительным страховым гарантиям медицинским работникам, борющихся с COVID-19. Узнать всю необходимую информацию можно по номеру 297033 или 297034. Что касается выплат по карантину для людей в возрасте 65 лет и старше, то они тоже предусмотрены. В мае месяце постановлением правительства Российской Федерации от 15 мая опять разрешено оплачивать карантинные мероприятия для этого контингента, начиная от 12 мая по 29 мая включительно. Таким образом, люди в возрасте 65 лет и старше получат выплаты в размере среднемесячной заработной платы за предыдущие 2 года.